В Чебоксарах разыграли награды по лыжным гонкам среди спортивных семей. Соревнования приурочили к объявленному в республике году матери и отца. В Чебоксары приехали семьи со всех районов республики. Все они одержали победу в муниципальных этапах лыжни. Глава республики отметил, что с участников этих соревнований необходимо брать пример другим. Хочу выразить искренние слова благодарности за то, что вы ведете здоровый образ жизни, живете правильно. Вас воспитывали свои родители, бабушки, дедушки, мам и пап. А детишек вы сегодня воспитываете в этом же духе. Так что вы все победители. Все до финиша придете. До финиша дошли все. Каждая спортивная семья получила подарки. На соревнованиях наградили и самого юного участника гонки. Им стал Дима Юрьев. В свои 9 лет мальчик увлекается не только лыжами, но и плаванием. В его копилке уже есть медали республиканских стартов. Я люблю спорт за то, что дают медали. Призы, кубки. У меня есть уже 10 медалей. Сегодня выступали в Чебоксарском районе, заняли первое место там, а тоже семейная команда, мама, папа, я. Так что только ради детей, только для детей стараемся, бегаем, привлекаем к спорту.